В столице региона закрыли очередной бордель. Точка по оказанию интим-услуг располагалась прямо в квартире в одном из жилых домов на улице Рыбников. К визиту полицейских девушки легкого поведения явно оказались не готовы. Известно, что в салоне работали жительницы другого региона. Теперь организаторам может грозить штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. А вы нам будете штраф написать? Пока еще не приняли какое решение. А инициалы? Ольга Владимировна. У меня здесь временная есть регистрация. Нужно на временную отправить, если будет штраф.